тут особенно сведение, правильный угол и открытие рта. Открывая рот, ставим чуть выше ушного отверстия. Открывай, закрывай медленно. Еще сильнее открывай. Все, стоп. Нащупаем, когда открывается сустав. И гоняем кубиков. Распирает? Угу. И под кожу. Чтоб такая была, чтоб такой болюс был. Вот видишь, надулся болюс. И теперь по ходу ей вот этого нервика. Сюда под атлант. А, как хорошо пошло, видишь? И можно вот в эти вот мышцы жевательные, которые к височной кости. Тут волосы, поэтому протираем хорошо. Так, сейчас чуть больно будет. Нормально? Угу. Блин, она терпеливая, капец. И вот смотри, комплексное лечение. Лазером разогревали, расширились так сосуды, что в ухе начало звенеть. Она сходила к ухо, горло, носу. И она ей сосудосуживающие приписала. Шум в ушах появился из-за прогрева. Поворачивай. Больше, больше, больше. Вот. Все, расслабься. Когда попадаю, игла прям тонет там. И туго водится. Вот. Под кожу легко. Распирает? Угу. Под кожу очень легко идет, а в сустав жестко. И не кровит. Видишь, там, где кожа, особенно на голове, сосудов много, кровит. И вот ей ортодонт правильно продиагностировал, сказал, что у нее жевательные мышцы, жевательная мускулатура спазмирована аж до височной кости. То же самое, что я Саше говорил. Помнишь, видео снимали с Сашей? Что вот эти мышцы крепятся вот от челюсти аж сюда, до височной кости. Когда дикие люди ели мясо жесткое, сырое, они были настолько сильные, что не могли, сдерживали расширение черепной коробки, поэтому мозг не мог расти, потому что места не было в черепушке. Потом додумались мясо варить, жарить, жарить первоначально. И мышцы сразу размягчились. И начала черепная коробка увеличиться в размерах, и мозг увеличился. Антрополог Стас Дробышевский, МГУ, завкафедрой антропологии МГУ. Слушаем его лекции. Это доказано на черепушках людей. Когда мышцы очень мощные были, вот здесь вот у диких людей на черепах бугор костный такой, то есть свидетельствует о том, что мышцы были большими и прикреплялись массово сюда. А у нас вот его нету. У некоторых людей еще атавизм остался. Крупные. У Саши. У Саши, там, Валуев, если глянуть на таких людей. Это признаки неандертальца. Все. Молодец. Два шприца, один в правую часть, другую в левую. Вот, а если бы был рабочим фокусом, мы бы фокусом сюда побили. Радиалкой бить нельзя. Потому что будет гудеть в голове. Ну так лечится ВНЧС комплексно. Озонотерапия, плазмотерапия, физиотерапия, массаж, мануальная терапия. Сейчас не выключай, сейчас будем еще правку делать. И обязательное наблюдение ортодонта. Называется ортодонтотерапия. То есть будут ставить там капы, или актуаторы, или брекеты. Это уже врач-ортодонт решает.
обязательно правильное исследование МРТ и специальное КТ, да, Софья, скажи? Угу. Специальное КТ. Это не просто КТ, а именно специальное. Врач пишет какое. Ложись на бочок, на эту подушечку. Надулось, это ж озон, газ. Вот. Сейчас будем делать мануальную коррекцию в НЧС. Мышцы мы уже расслабили, до этого делали. Значит, ставлю прямо на сустав и прошу пациента открывать рот максимум. Открывай, закрывай. Прижимаю. Давай, давай, работай, чтобы я нащупал. Оп! Вот, выбрал угол. А, все, он щелкнул уже. Слышал? Раньше я давил, а сейчас от простого, от простой тяжести руки он уже подъезжает легко, да? Заметила разницу? Как первый был щелчок такой. Помнишь, первый был, мы не снимали, был такой щелк. Она сделала КТ, у нее тот сустав нормально, а этот сустав, там, значит, здесь височной кости вот такая вот, как бы, ложбинка для сустава. Между суставом и вот, вот этим карманчиком находится мениск. И он выскакивает из своей вот этой ложбинки и смещает мениск. Она делает МРТ с функциональными открытиями рта. И на МРТ видно, как смещается мениск, и на КТ видно, как сустав смещен. Я сниму видео, как будет время, по твоим двум снимкам. Это четко видно. Это называется дисфункция в НЧС. Из-за неправильного прикуса, из-за неправильных размеров зубов, да, у тебя, из-за спазма жевательных мышц, из-за того, что длительное время был смещен атлант, из-за простуд разных. То есть такой вот огромный комплекс, который требует длительного лечения. Сколько тебе сказали? Года два, да, займет перестройка зубов. То есть не думайте, что вы пришли, два раза щелкнули, и все, вот она будет носить еще брекеты, там специальные расширители, вот. И у нее после них опять сместится сустав, еще подозревая, что будет смещение атланта. И ей там предупредили, да, на консультации ортодонта, что это надо будет потом корректировать. А сейчас мы корректируем для того, чтобы не было подвывиха. Вот именно врач-ортодонт правильно все сказал. Пройти мануальную терапию лечения, чтобы устранить существующий подвывих, и он уже ставил вот эти конструкции, его там всякие приспособления на более-менее правильную структуру. Правильно, да? Ну, вот это правильный врач. Правильное лечение приводит к хорошим результатам. Мы ожидаем очень положительного, классного прогноза. Стоп! Спасибо за внимание. Ставьте лайки.